Председатель фракции партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов городского округа Мытищи Михаил Мурзаков поддержал проект «Старший брат». Он направлен на социализацию и обеспечение досуга подростков и детей. Юные велосипедисты с удовольствием приняли участие в марафоне. Вместе с командой единомышленников к велопробегу от Твери до Сергиева Посада присоединился и Михаил Мурзаков.